Примеры патриотизма и связь поколений. В Ульяновске проходит акция «Лица героев», которую запустили активисты «Единой России». Это комплекс мероприятий, главная цель которых – сделать так, чтобы о подвигах наших соотечественников узнали как можно больше людей. В Корсунской средней школе, к примеру, установили парту героя. Хорошее прошло мероприятие. Это Гусев, генерал-полковник, герой Советского Союза Дмитрий Николаевич, который, скажем так, участвовал в операции по освобождению Ленинграда. Начальник штаба Ленинградского фронта, командующий 21-й армией Дмитрий Гусев, родился и вырос в Корсуне. Школьники хорошо знают своего выдающегося земляка, в честь его названа сама школа. Ученики соседней кадетской школы-интерната имени генерал-полковника Чечеватова также постоянные участники патриотических мероприятий. В прошлом году воспитанники участвовали в параде Победы в Самаре. Торжество проводили в память о легендарном параде в Куйбышеве 1941 году. От Ульяновской области в мероприятии приняли участие 56 ребят. Глава регионального отделения партии Владимир Камека вручил ребятам благодарственные письма и медали. Все вы сегодня уже являетесь защитниками Отечества. И те знаменательные даты празднования и чествования защитников Отечества, которые есть сегодня в нашей стране, они целиком и полностью относятся к вам. В прошлом году парад прошел в 12-й раз. Его темой стала «Дорога Победы». В параде приняло участие более 9 тысяч человек. Анна Тищенко, Улправда ТВ.